11 сентября 2022 года в 10 часов 30 минут на 440-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» водитель автомашины «Фотон», буксируя на жесткой сцепке другой автомобиль, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги, после чего наехал на стоящую автомашину «ГАЗ», которая стояла на правой обочине в попутном направлении движения. В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний мужчина, производивший ремонтные работы, выпал из люльки автовышки, установленной на автомашине ГАЗ-3010КР, и от полученных травм скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водители трезвы. Максим Бибин, старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД отдела МВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району.